Стереосистема формата MIDI, ширина 345 мм, состоящая из усилителя полного Sansui A-M9, тюнера Sansui T-M5L и кассетной деки двухголовой Sansui D-M7. Характеристики я потом в этом самом объявлении в Авито скажу. Значит, аппарат я почитал, не знаю, в двух источниках оба показывают, что при 8 Ом он качает по 70 Вт. Не знаю, как верить, не верить, но мощный. В общем, будем слушать опять на восьмерке, на девятке. Очень громко поет. Но я не знаю, это заявлено производителями. Значит, усилитель полный, стерео. Имеет на борту 5 входов. Тейп-1, тейп-2, аукс-вход, тюнер и фонокорректор. Вход фонокорректор под проигрыватель виниловый. Индикатор включения, кнопочка включения, выход на наушнички. 6,3 мм бас-трейбл фильтр, лондос фильтр понижения. диапазон расширения, вернее диапазон на малогромкостях. Как всегда я его называю увеличением баса. Значит, ручка громкости, у нее нету баланса, она у него соединена левой, одно колесико, правой, а другое колесико. Есть, значит, функция микрофон микшинг, можно, грубо говоря, вставлять и караочить, подпевать. Вот, значит, имеет выход на акустику зажимного типа, сопротивление акустики от 8 до 16 Ом. Вот, значит, тюнер вот такой вот, диапазон у него длинные средние волны и FM. FM от 87 до 108 МГц. Вот, никаких станций в памяти нет. Когда ловите зелененький, когда поймаете стерео, он загорается красненький винирчик. Это ручка настройки винира. Дека двухголовая. Вот, значит, такое управление у ней. Компьютеризированное, как soft touch, такой, значит, индикатор одинарный, пишет она, значит, у него нет уровня записи, как называлось, ARUS, автоматическая регулировка уровня записи, при подаче сигнала он сам выбирает, какой ему подать сигнал на запись. Значит, есть счетчик трехсекционный, аналогового типа. Значит, есть, воспроизводит все три типа ленты. Normal, вот горит лампочка, не лампочка, светодиод. Chrome и металл. Мы будем писать на Normal, поэтому поставил. Есть AMPS, задавайте, сколько надо там. Так, сейчас посмотрим. Раз, два. До 9, в общем. До 9. Так, вот до 9, попробую пописать. Значит, для этого существует кнопочка Rec Mute. Если ее держишь, то она, сколько держите, столько создает паузу. Потом при воспроизведении нажимаете перемоточку, хотите влево, хотите вправо, она будет искать. Ну, не советую им пользоваться, это трет головку со страшной силой. Значит, с подсветочкой Play, да что ж ты будешь делать, с подсветочкой Rec и пауза тоже с подсветочкой. Вот, красивенький аппарат, общий вес 12,5 килограмм, произведено, соответственно, все в Японии, Made in Japan, питание 220 вольт у всех аппаратов, все аппараты имеют свои хвосты, никаких нету там этих самых шлейфов, ничего, все можно запитывать раздельно, можно было запитать сюда, но я запитал все в отдельной розеточке. Значит, здесь есть две проходящие розетки усилителя по 100 Вт. И в деке влупили одни почему-то 250 Вт. Но, значит, в деке, наверное, надо запитывать усилитель. Я еще раз говорю, я запитал все в розетке. Вот здесь серийный номер усилителя. Это серийный номер тюнера. Это серийный номер деки. Вот. Значит, дека оснащена разъемами вход-выход РЦА. Вот, значит, что еще? Вот они входы, вот он фона MM. Вот, значит,
Вот такие вот AUX. Ну, короче, 5 входов у них. Все производство Япония. Все в очень хорошем состоянии. Все поет и играет. Так, проверяем радио. Много не буду проверять, потому что могут забанить. На этом и хватит. Значит, включаем. Стереолампочка горит. Стереомоно. Все горит. Так. Настраиваем какой-нибудь еще. Вот. Ну, у меня только там хвостик. Видать, не сильно хорошая чуйка. Так, будем слушать пока без всяких фильтров улучшения. Включаем мы AUX. И будем слушать мы. То есть сначала запишем, потом будем слушать. Нажимаем вот так. Включаем фонограмму. Включаем громкость. На девятку. Так. Обнуляем. Поехала. Забыл сказать, что индикатор, но вы видите, что он есть. Левый канал, правый канал. Индикатор включения play на запись, таймер. Red Mute, надо нажимать. Отпускаем. Перемотка тоналей. Есть автостоп, все как полагается.
это он записал. Сейчас проверю, вот перемотка с этим, с АМ, включаем одну, значит, включаем воспроизведение, нажимаем, вот она ищет, вот, рэп-бьют записан, и второй у нас был записан, второй рэп-бьют. Так, судя по уровню громкости, ватты заявлены верные. Так, посмотрим, куда она у нас. Перемотаем влево. Кстати, мотает влево-вправо зверь, чтобы автостоп проверить. Все, савтостопировалось. На этом все. Выключаем. Спасибо. С наступающим.